Ребята уже дошли до того, что снимаем видео номер 2. У нас есть билеты, и мы едем на Динамо. Тихонько начинаем выдвигаться. Да, удивительно. Ну такая, Кузьма, как мы даже доберемся до поезда. Не говоря уже про стадион. Все еще трезвые. Почти никто не пил. Полдень. Думаю, все получится. Сейчас мы приобретем пивчика. Если вагон ресторан будет занят, дневной поезд, все люди хотят есть. Нам просто хочется выпить. Книжки нам не нужны. Книжки нам не нужны. А здесь закрыто, там будет фонд открыт. И вот здесь можем. Дорого, вредно. Пойдем в фонд, фонд еще. Ну а теперь нам осталось только дождаться поезда и найти в нем вагон-ресторан. Чай за Динамо, бодрит твою маму. Это вражеское метро. Здесь поезда ездят раз в год. Сейчас на какой-то сядем и куда-то уедем. Желательно поесть, конечно. Надеюсь. Ребятка, очередь на пиво даже небольшая, вот видите, метров 30. У всех мы на устах, во всественных местах, и верим мы в успех, в лужниках, в лужниках. Мы верим, что наступит день, придет былая слава, увидим свой кумир на высших точках пьедестала. А еще осылки полки не очень тренируют здесь, но... Ты сказал, что ты видеоблогер? Конечно. Медиа. Да, ребят, на гостевом секторе запретили пить пиво, ну, алкогольное. Безалкогольное, пожалуйста, покупайте. Опять мы. Вот, такая вот беда. Динамо! Динамо!
часа ночи, мы наконец-то добрались в Брно, безумно счастливы. И наконец-то этот день, который длится уже 20 часов, подходит к концу. И слава богу,